Женя? Жень. Где Жень? В преддверии праздника глава Одинцовского округа Андрей Иванов навестил одну из семей военнослужащих. Приехал не с пустыми руками. Маме подарил большую корзину с деликатесами, а двухлетней Женечке – игрушки и конфеты. А также поздравил с наступающим Новым годом от себя лично и передал теплые слова от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Поздравления с наступающим Новым годом, Рождеством Христом от губернатора нашего Андрея Воробьева. Подарок с большим удовольствием вручил маленькой Женечке. Хочется, чтобы в 23-м году у вас только были светлые моменты. Угу. Больше вам счастья, радости. Спасибо большое. Мы, конечно, с нетерпением ждем Владимира Михайловича. Да. Целым невредимым, да, чтобы он скорее возвращался. Во время визита Андрей Иванов поинтересовался у жены военнослужащего, требуется ли им еще какая-то помощь и есть ли вопросы и замечания, находящиеся в компетенции служб администрации округа. Хозяйка дома попросила увеличить количество магазинов первой необходимости в Кубинке и поблагодарила за чуткость и внимательное отношение. Если честно, очень бы хотелось какой-нибудь продуктовый, может быть, еще один магазин промтоваров. А так в целом у нас все хорошо. Администрация нам хорошо очень помогает, командование части. Так что в целом у нас все хорошо. Завершили встречу дружеским чаепитием на кухне и обсуждением планов на предстоящие праздники и на ближайшее будущее. А также сделали фотографии на память. Смотри на маму. На маму, смотри. Подведя итоги встречи, глава муниципалитета отметил, что действующий в Одинцове Центр помощи семьям мобилизованных отлично справляется со всеми поставленными задачами и к каждой семье находит индивидуальный подход. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».